29 сентября в Смоленске прошло научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Мероприятие, приуроченное к 1150-летию города-героя, было организовано информационным центром по атомной энергии с целью рассказать местным жителям о работе Смоленской АЭС. На площади перед кинотеатром «Современник» были установлены научные качели. В этот день для местных жителей и гостей города организаторы провели творческие, интеллектуальные и спортивные игры.